Мы продолжаем выпуск. Неприятное соседство. Уже несколько лет жители 92-го квартала вынуждены делить свой двор с бездомными. Лица без определенного места жительства доставляют массу хлопот горожанам. Мусорят, выпивая, ведут себя агрессивно, а тут еще и облюбовали местную детскую площадку. Дана Марат с подробностями. Вот уже 6 лет с такими соседями приходится жить горожанам 92-го квартала. Вроде люди взрослые, а все туда же. Чердаки, подвалы, стройка и трубы. В общем-то, никто из соседей не имел бы ничего против, если бы бездомные соблюдали бы хотя бы элементарные правила поведения. Но, увы, хлопот лиц без определенного места жительства доставляет множество. То костер разведут, то туалет под окнами устроят, то и вовсе обоснуются на детской площадке. Сплошная антисанитария. И это в центре города. Ребенка на такую площадку погулять не отпустишь. Шестой год. Шестой год, да? Вас никто не ищет? Нет. Днем в поисках обеда копошатся в мусорных контейнерах, ночью теплотрассы и лавочка, привычная кровать. Да, безусловно, каждый творец своей судьбы, но согласитесь, не все задумываются, что именно привело их на улицу, ведь никто из них не мечтал жить так. Ну, просто... Я всю жизнь просидел, освободился, некуда ехать. Вот я попал в такую ситуацию. Ну, образование мне, среднее образование есть, а так, тракторист, машинист сел. Что же делать бездомному, ведь за горами зима, а у этого нет ни крыши над головой, ни еды, ни теплой одежды. Благо, в городе есть центр социальной адаптации и реабилитации для лиц без определенного места жительства. Там есть и душ, и еда, и тепло, и даже белые простыни на нормальных кроватях. Там человеку, запутавшемуся в своей жизни, помогут и документы восстановить, если потребуется, и работу найдут по возможности. Однако специалисты говорят, что сейчас осталось немного бродяг, в привычном смысле этого слова. По большой части эти люди, опустившиеся по причине злоупотребления спиртными или наркотиками, у которых есть и прописка, и паспорт, и жилье. Просто им нравится такая жизнь, и это их выбор. Дана Марат, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой Alugal. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Alugal.